Всем привет! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании Xiaomi, модель под номером 35706. Это у нас водители. Водители, я так понимаю, на времена Первой мировой войны, то есть 17-18 года. Давайте откроем, что у нас на боли. И на боли у нас такие с литниками. Инструкция. Это у нас модель на 35 масштабе. Покажу вам краски, данные в палитре Revel Tamiya. Здесь у нас показан литник. Здесь непосредственно как сборка и окраска. Так, обнимем литничок. Вообще фигуры у компании Xiaomi очень хорошего качества. Я думаю, эти будут такими же хорошими. Так, хотел бы сразу обратить внимание, что головные уборы даны отдельно от голов. То есть лица пролиты достаточно четко. Камера, наверное, не покажет, конечно. Поэтому стоит довериться мне. Так, проливка у лиц классная. Все, мимика, лица, все видно. Далее, что еще сказать. Ноги отдельными деталями, туловища. Вот. Все довольно качественно, каких-либо дефектов нет. Если вы собираете фигурки, миниатюру, также если вы собираете авто в 35 масштабе, то эти водители, я думаю, очень украсят вашу модель. Всем спасибо, всем пока.